Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре снова SSD от Samsung. И это топовый PCIe 3.0 970 EVO Plus объемом 2 терабайта. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Смело, не глядя, можете покупать. А если вы хотите экономить на покупке различных компьютерных комплектующих, покупать их из других стран, чего сегодня обычный человек сделать не может, потому что карты российские не работают за рубежом и платить что-либо нельзя, на помощь к нам приходят посредники из соседних стран. У меня есть проверенный человек из Казахстана, зовут Артур, ссылочка на него внизу. Обращайтесь и смело можете заказывать. Как многие из вас знают, я недавно переехал на платформу AM5 на топовом процессоре 7950X и тестирую SSD там. И, конечно же, захотелось узнать, а на что же способен топовый PCIe 3.0 SSD от Samsung, это 970 EVO Plus, будет ли какой-то прирост, эффект вау, либо что-то еще. Ну и, конечно же, надо все это протестировать и проверить. Но самое интересное, что данное SSD я купил в магазине DNS, и, конечно же, мне стало интересно, а как сейчас эти SSD, везенные по параллельному импорту, у нас работают, что-то изменилось или нет, потому что гарантия сейчас на все SSD Samsung в DNS 1 год. Но самое интересное, вы уже увидели на распаковке, это стикер, который был здесь приклеен. Все бы ничего, но когда я отклеил первый стикер, под ним был стикер с абсолютно другим номером, код товара, так называемый в компании DNS, и мне сразу стало же интересно, а чем они отличаются, потому что самый нижний стикер, который был скрыт, был у нас от 7 июля 2022 года приклеен, а там код товара от SSD накопителя Samsung 970 EVO Plus с гарантией 5 лет. Но 24 октября приклеен был сюда абсолютно новый стикер с другим кодом товара, где гарантия уже стала всего лишь 1 год. И вот вам камень в огород компании DNS. SSD, который изначально был с гарантией 5 лет, стал с гарантией 1 год. Хотя физически вот он никак ничем не поменялся. Да, это у нас SSD, ввезенный по параллельному импорту. У нас здесь нет стикера с переводом, который приклеивали в компании Samsung, видимо, уже здесь, в российском представительстве, либо в других странах перед отправкой. Но судя по вот этим кодам, то есть все это у нас точно и для Европы, и для США этот SSD подходит. Но это европейская версия точно. Для США у нас штрих-код здесь только один. Но переклеивание стикеров и снижение гарантии, это, конечно, неприятно. Я думаю, вам тоже. Что касается данного SSD, то мы давно его знаем. Здесь у нас 3500 на чтение, 3300 на запись. Отличные скорости, которые у нас всегда подтверждались. Здесь у нас контроллер Phoenix. Мы с вами знаем, что была такая пора, когда SSD попадались на контроллере Elpis от Samsung 980 Pro. Но у меня версия на Phoenix. И, видимо, все наладилось. Чипы произвели в нужном количестве. Всем все хватает на разные модели. Я думаю, так. Потому что был дефицит, и, вероятнее всего, из-за этого и ставили Elpis. Что касается самого SSD, по личному опыту я пользуюсь версией на 500 гигов, которую использую сейчас в тестах внешних боксов. Но SSD хоть и горячий, но, так скажем, в рамках достаточно, и там какого-то особого тротлинга, ну, достичь непросто. Этот SSD тоже проверим. Проверим сначала под радиатором, потом проверим без радиатора и посмотрим, что же он нам покажет. Так что давайте переходить к тестам. Кстати, да, ресурс 1200 терабайт. А еще, друзья, этот SSD оказался у меня благодаря вам, зрителям, подписчикам канала, благодаря тем, кто участвует в сборах на покупку SSD для обзора. После сбора SSD, так как мне после обзора SSD не нужен, SSD разыгрывается, этот SSD уже разыгран, и после обзора поедет к своему победителю. Хотите также, переходите в группу ВКонтакте, узнавайте все правила. А теперь к тестам.
SSD-накопитель Samsung 970TV+, объем 2 ТБ установлен. Давайте перейдем в управление дисками для инициализации. Далее форматируем наш SSD в файловую систему NTFS. Ждем завершения форматирования. Все у нас моментально. 1863 ГБ чистый объем. Операционная система округляет до 1,81 ТБ. Закрываем все ненужные нам окна. Запускаем Crystal Disk Info. Смотрим. SSD у нас определился корректно, стоит чтение записи по нолям, 2 включения 0 часов работы, перед нами абсолютно новенький SSD и под радиатором от переходника PCI-Express 5.0 у нас температура 34 градуса, здесь все в полном порядке. Но давайте запустим CPU-ID Hardware Monitor, где мы будем температуру и все изменения по ней отслеживать. Свернем все ненужное, все отлично разместили. Ну и перед тем, как приступить к обкатке, давайте запустим фирменное ПО Samsung Magician, обновим. Все, SSD Samsung у нас определился корректно, никаких проблем здесь нет. Ну и для того, чтобы выполнить обкатку нашего SSD, запустим AIDA64 и проведем тест диска на полный объем на линейной записи. Наш накопитель выбран, линейная запись, запускаем и ждем график. Тест у нас подходит к концу, весь объем записи занял 46 минут. Что касается температуры у нас максимальной, 35 градусов. Вот, ага, вот у нас обновилась температура. Я еще думаю, что-то странновато на горячем-то SSD. 56 градусов, пусть и под радиатором, но все же. 46 градусов на радиаторе в переходнике. Что касается полученных результатов, хорошая стабильность до заполнения SLC кэша. Ну а потом у нас немножечко скорость колбасит. Типичный график для SSD Samsung. Здесь никаких претензий нету. Что ж, график увидели. Давайте сейчас заново выполним инициализацию нашего SSD после теста линейной записи AIDA64. Заново отформатируем его в файловую систему NTFS. Все у нас мгновенно, все у нас быстро. Остается выполнить команду Trim через оптимизацию. Делаем паузу, продолжаем тесты. Времени прошло достаточно, тесты сделаны, и давайте начинать с Crystal Disk Mark. При заявленных 3500 на чтение, 3300 на запись у нас скорости, грубо говоря, подтверждаются. Запись чуть выше, чтение чуть ниже, ничего там страшного нет. Случайные 4К на очень достойном уровне для PCIe 3.0 SSD накопителя, 73 МБ в секунду, это прямо хорошо. Что касается AES SSD Benchmark, то здесь у нас накопитель набирает 5029 баллов, тоже отличный результат для PCIe 3.0 накопителя. На то диск Benchmark у нас хорошие скорости на мелкоблочке, хороший ровный график, скорости высокие на больших блоках, все в полном порядке. Ну а на игровом бенчмарке 3D Mark накопитель набрал 2468 баллов и для PCIe 3.0 SSD накопителя, ну, хотелось бы больше, конечно, увидеть, но я думаю, здесь все упирается в пропускную способность PCI-Express 3.0. Что ж, сворачиваем все наши синтетические тесты, показываю вам операции ввода-вывода, которые мы с вами получили в синтетике. Ну и можем приступать к тесту на реальную скорость записи. Копируем, как обычно, папочку рендер объемом 100 ГБ с другого быстрого PCIe 4.0 SSD накопителя Samsung PM9A1 и смотрим на скорости. 2,5, 3,2 у нас было в начале, так... 3,1 гигабайт в секунду. Что ж, здесь все очень даже хорошо. Да, есть просадки даже до 2,5 гигабайт в секунду. Но до 3-то у нас, да, 3 у нас тоже SSD показывает. Давайте посмотрим, какие скорости будут после заполнения SLC кэша. Первая папка у нас подходит к концу. И на ней у нас скорость упала до 1.46-1.44 после записи 90 гигабайт. Давайте посмотрим, что у нас на второй будет папке. И да, здесь у нас скорость сразу же снижается. Что ж, буфер здесь небольшой. В нашем случае получился 90 гигабайт. Что касается скорости, то после у нас 1.4 гигабайта в секунду, а до у нас...
SSD показывал в среднем 3 гигабайта в секунду, так что я думаю, дальше заполнять SSD нет никакого смысла, потому что мы все увидели, разогреть SSD, чтобы он ушел в тротлинг при непрерывном заполнении, мы вряд ли сможем, потому что радиатор сейчас установлен очень хороший. Ну а просто так заполнять SSD, чтобы увидеть, что ничего не поменялось нигде, я смысла не вижу. Давайте закинем еще третью папку, чтобы посмотреть, что у нас будет здесь. Ну и как видим, ничего не меняется, все так же 1,4 гигабайта в секунду, стабильно, максимально быстро, ну максимально после заполнения SLC кэша. Здесь все очень даже хорошо. Давайте сейчас снимем радиатор и посмотрим, как нагревается контроллер без него, без стикера, без какого-либо охлаждения. Кстати, в утилите Samsung Magician Samsung набирает примерно те же самые скорости, что мы видели в Crystal Disk Mark. Ну, единственная скорость записи здесь чуточку поменьше. А так, один в один. SSD у нас установлен без радиатора, без стикера, только капелька термопасты и термопара. И давайте запустим все утилиты для контроля температуры, ну вообще для наблюдения за нашим SSD. Размещаем CPU ID внизу и таким вот образом будем наблюдать. В данный момент на 46 градусов, датчики показывают 39-41 уже, но давайте сделаем паузу 15 минут и посмотрим, изменится ли у нас что-то за это время. SSD будет находиться в простое. Ну и за 15 минут у нас 55,5 градусов, 48 у нас по датчику. Давайте разогревать наш SSD проверенным средством при помощи утилиты Auto Disk Benchmark и посмотрим, когда увидим тротлинг и на какой отметке. То есть у нас подходит к концу, 73 градуса у нас по датчику, 85 градусов у нас по термопаре на поверхности контроллера, но пока никакого тротлинга, а значит, нужно будет запустить еще один такой тест, чтобы увидеть тротлинг наверняка. Второй тест у нас подходит к концу, тротлинга нет, 89 градусов мы с вами достигли на поверхности контроллера, 77 градусов по датчику. Блин, ну результат, конечно, крутой, третий раз запускать Auto Disk Benchmark я уже не вижу никакого смысла, даже под такой высокой нагрузкой у нас SSD не перегревается, и да, это у нас 970 EVO Plus, который, вот как видите, нужно постараться, чтобы до тротлинга довести, в отличие от 980 Pro и 990 Pro. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены, и наш SSD не удалось в тротлинг вывести двумя непрерывными тестами Auto Disk Benchmark. Да, интересно, да, хорошо. В любом случае, с данным SSD используйте радиатор, чтобы у вас максимально стабильно и долго работал ваш накопитель. Что же касается заявленных скоростей, все подтверждено, вообще никаких вопросов нет. Случайно 4К для PCIe 3.0 SSD накопителя на великолепном уровне. Я даже не знаю, до чего докопаться. Ну, разве что в игровом бенчмарке 3D Mark хотелось бы видеть все-таки большее количество баллов, но я думаю, это связано с тем, что это все-таки PCIe 3.0 SSD, один из самых лучших по цена-качеству.
Круче только 970 Pro на чипах MLC. Что касается буфера, почему-то я думал, что буфер все-таки у нас будет побольше. Здесь у нас оказалось 90 гигабайт. До заполнения SLC кэша мы с вами видим скорость примерно 3 гигабайта в секунду. В среднем там у нас и 3,3 было, и 2,5 опускалось. Но все же, что касается скорости после заполнения, это 1,4 гигабайта в секунду. Все равно великолепный результат для того, чтобы заполнять, если вдруг вам понадобится копировать большой объем данных, все равно все у вас будет на достаточно высоком уровне, все равно у вас все будет быстро. Ну и на сегодняшний момент 970 плюс продолжает оставаться на лидирующих позициях среди PCIe 3.0 SSD накопителей. Ну а благодаря параллельному импорту и вот этим вот снижением гарантии и всего прочего, сегодня он в ритейле, в российских магазинах стоит гораздо дешевле, чем до всем известных событий. Да, снизилась гарантия, но это надежная SSD, и я бы по этому поводу не переживал. Поэтому данные SSD смело можно брать, не глядя, если вам нужен точно хороший PCIe 3.0 SSD накопитель. Хотя сегодня уже все-таки, наверное, интереснее купить даже недорогой PCIe 4.0 SSD, где скоростью упрутся пропускную способность PCIe 3.0, но он будет стоить подешевле топовых PCIe 3.0. Ну а на этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот великолепный PCIe 3.0 SSD, ссылочка, как всегда, внизу.